10 этаж. О, неплохо. Блин. Лучше бы Пашу эту поставили чуть позже, скажи. Тут Уэлл станция. Не так понял, да? Так, ладно. И? А, ну это всегда так во всех таких Канаксах. Так что повод снимать. Плавно поднимается? Да. За исключением 2015 года. Ну. Вот он резко поднимался. Остальные, да, плавно. МК с 2012 года начали делать плавные или плавные подъемы и плавное торможение. А, ну потом ясно. В конце 2014 уже не такое плавное. Потом в 2015 резкое, как в обычных старых. Угу. В 2016 уже плавнее стали делать. И, в общем, начиная с 2017 опять плавно возвратились. А такое ощущение, такой писк, который только что был. Прям как в 2016-м, Экомакс. Это еще с 2012 года появилось. Вызываем. Ни хрена, ты жужжишь. Так, какой-то... Ай, ёй. Ленский. Ленская 23. 23. Ого, неплохая залипушка. Он модернизирован. Давай я. Ну давай. Хорошо. Нет. Залипайка. Надо будет еще залипайку 85-го года замены. Точнее выпуска. Поснимать. Я с ним был в 12 корпус 5. Ты же там снимал меня один раз. Или это на том старом канале? На другом канале. Освещение будешь снимать? Я уже заснял. А. Уже третий раз. Или второй. А, второй раз. Нахрена на третий, я ему скажу. Охера себе. Че, сразу на первый? Или как? Как хочешь. Хлоп. Залипушка хлопает.